Минобороны России утверждает, что авианосец «Адмирал Кузнецов» не собирался заправляться в испанском порту Сеута. Официальный представитель ведомства сообщил, что корабельная группа не нуждается ни в каких дозаправках и сможет выполнить поставленные перед ней задачи в автономном режиме. В то же время Москва признает, что заход отдельных кораблей сопровождения в Сеуту все-таки был предварительно предусмотрен, но не для дозаправки. Испания отказалась предоставить такую возможность России, сообщив, что из-за давления со стороны других стран НАТО такой заход представляется нецелесообразным. Западные политики считают, что авианосец «Адмирал Кузнецов» идет к берегам Сирии, и самолеты на его борту будут использованы при штурме Алеппо.